Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре силиконовые приманки Frapp Hustle Minnow. Вставляется такой вот интересной пластиковой упаковки. Каждая приманочка лежит в своем индивидуальном пространстве. Хвостики не загибаются, все очень классно. Единственное, что в такой упаковке вы уже оснащенные приманки хранить точно не сможете. Но для того, чтобы приманки пришли к потребителю, упаковка очень идеальна. По оформлению все довольно-таки лаконично. Название, размер 4 дюйма. А на сайте вы можете выбрать из двух размеров. Это либо 4 дюйма, либо 4,5. 4 дюйма это 10 сантиметров. А 4,5 11,5 сантиметров. Я взял чуть поменьше, как по мне. Такой очень универсальный, неплохой размер. В основном планирую ловить на данной приманке судачка, так как особенно в весенний период судак любит такие продолговатые приманки, и, как по мне, форма очень даже классная для ловли судака. Итак, название фирмы. Также здесь многократный победитель пала Андрей Петерцов, который непосредственно участвовал в разработке данных приманок. Скажу честно, сам на себя он тут не похож, какой-то его китайский вариант, скорее всего. Китаёзам дали его фотографию, из которой они сделали его внешний вид, так как, скорее всего, данные приманки льются именно там. Но с обратной стороны есть размер, опять-таки, и цвет. На сайте есть более 10 расцветочек, все они довольно-таки знакомые, фиолетовые, разные оттенки зеленого, есть ярко-желтые, арбузик, но цвета довольно-таки разнообразные, такие любимые цвета паловских рыболовов. Ну так, давайте доставать наши приманки. Как я уже сказал, вот так вот они здесь лежат. Хвостики все целенькие. Упаковка довольно-таки классная. Приманки, в принципе, довольно-таки, ну, являются в среднем ценовом сегменте. Стоят в районе 300 рублей, что на данный момент и вроде бы и не очень дорого, но и не очень дешево по запаху. Запаха у них нет абсолютно никакого, но нам здесь и не обещают никаких ни аттрактантов, ничего. Обычно на силиконовых приманок постоянно есть реклама, там запах привлекательный, там смазки. Здесь ничего подобного нет. Даже, в принципе, приманки не особо-то и смазаны силиконом. Такой вот, я бы сказал, больше даже слагообразный виброхвост. Очень тонкий, продолговатый. Имеются такие вот ребрышки. Как, наверное, планировал производитель, данные ребра под водой будут создавать слышимый рыбий шум, привлекая тем самым дополнительно хищника. Очень тоненький хвостик, на котором стоит небольшая пяточка. Но форма, как я уже говорю, прям идеально для ловли судака. У меня еще очень классная, как по мне, такая фиолетовая расцветка, которая имеет вкрапления из разных точек, тут есть и фиолетовые, и синие. Ну, расцветка просто обалденная. Что хорошо с невысокими такими продолговатыми приманками, то, что можно монтировать на абсолютно все виды монтажа. Это идеально, приманка подойдет для офсетного крючка. Здесь также для этого дополнительно есть паз в спинке нашей приманки, куда можно спрятать жало нашего офсетника. Небольшие джиголовочки с довольно-таки длинным крючком тоже сюда подойдет. Одинарник, двойник, ну то есть, как я и говорю, для любых монтажей. Плюс такой довольно-таки универсальный размер. Она может быть хоть и длинная, казалось бы 10 сантиметров, но объема в ней нет, и поэтому любой хищник на нее тоже будет отлично реагировать. Я думаю, даже окунь вполне будет загибать этот хвостик и сжирать нашу приманочку, которая, в принципе, напоминает небольшую такую рыбешку. Силикон довольно-таки плотный, но благодаря своему тоненькому хвостику имеет очень подвижную игру. Интересные довольно-таки приманки. Обратите внимание, новый производитель. В принципе, есть какие-то новые элементы, но в основном очень похожи на приманку от Pantoon 21. По-моему, Ратта она там называется, что-то плюс-минус.
из той сказки. Ну, вот такая приманка от фирмы Frapp Hasselmann. Ну, а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.